Всем привет, с вами Аркс Плюй. И у нас очередное открытие сундуков в долгожданный момент. Мне уже начинает это даже нравиться. Ну что ж, в SGO недавно вышло новое обновление, я сделал обзор этого обновления. И там добавились не просто новые сундуки, а новый тип даже добавился сундука, это матрешка. То есть, покупаете матрешку, например, вот так вот, на... Так, сейчас подождите, как же я смотрел-то? А, вот. Покупаете матрешку, да, и вам может случайно выпасть одна из сокровищниц. Мне, в принципе, эта идея очень понравилась, потому что реально здесь хорошие вещи есть, офигенные. Ну что ж, я вот не знаю, как мы сделаем. Мы купим или два таких сундука и два таких, или на все деньги... Ну, посмотрим, короче. Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Опять же, напоминаю, что я работаю, для меня деньги это не проблема. Чтобы вы не думали, что там у мамки. Нет, все хорошо. Смотрим. А, у нас есть сет на Луну. Ну, так себе сет. Я бы как сделал? Я бы купил, да, если мне этот сет не понравится, я бы просто его продал. Потому что они, кстати, стоят дорого. Смотрите, мы сейчас покупаем за... я покупаю за 170 рублей. Смотрите, сколько они стоят. Они потом продаются за 600 рублей. 612, 612. Вы видите это, да? То есть потом, когда уже пройдет время, можно будет продать этот набор. Именно набор. То есть его нужно будет не открывать тогда. Ну-ка еще раз смотрим. Ну, давайте. Смотрите, в идеале, я хочу, чтобы мне выпал сет на снайпера. Это был бы самый идеальный вариант. Вот он мне нужен. Если выпадет не на снайпера, скорее всего, я буду потом продавать эти сеты. Давайте попробуем. Давай, братюня. Так, авторизировать. И потом попробуем уже другой вид сокровищницы. Ля-ля-ля-ля-ля! Так, легионка. Кстати, легионка тоже мне нравится, да, хороший вариант. Пробуем еще раз. Ну, естественно, ну давай, космос, помоги мне, на снупера. Также может выпасть случайная вещь, но она никогда не выпадала у нас. Никогда. Посмотрим. Так, у нас сейчас останется, получается, еще хватит на три таких сундука. Три сокровищницы еще хватит. Так, ну, дроп рейнджер. Ну ладно, опять же, их можно будет уже продать 15 числа. Или я не буду продавать, в принципе, я потом посмотрю. Ну-ка, дроп рейнджер. О, предосмотр можно сделать, ништяк. Вот такая вот у нас дровка. И легионка. Ти-дит. Хорошо, идем дальше. Теперь самое главное, то, что я хотел купить вот эти вот сундуки. Матрешка, давай, матрешка, нагивай. Так, ждем. Ага, сокровищница. Так, смотрите, это здесь тоже что ли сеты? Офигеть. Да ладно. А я думал, здесь, короче, по одному итему, а здесь тоже получается сеты. Ух, все это халява. Поэтому лучше, наверное, было покупать именно такие сундучки. Ништяк, дизраптор. О, мистика. Вот так и знал, что хорошая идея была покупать фигню эту. Ништяк, дизруптор. Поэтому мы сделаем так. Мы не будем перепродавать, а просто откроем все наборы. Да, нафиг мне надо перепродавать. Какая вообще логика в этом? Вы о чем говорите? Я не для этого вкладывал деньги. Открываем набор, да. Отлично, выпал у нас сет на дизраптор. Кстати, тоже один из моих любимых героев. Очень полезный герой. Очень полезный герой для Тимы. Так, где мы там были? Арсенал. Потом смотрим на Дроф Рейнджер. Кстати, у меня на него не было никогда нормального сета. Куча говна было. Теперь будет хороший сет. Тем более просили, чтобы я сделал на него летсплей. Запилим, не проблема. Потом опять в арсенал. И дизраптор, зайка, дизраптор. Вот это я очень рад. Я даже больше рад, чем это на снайпера. Так видали, какие итемы? Они здесь еще дорогие, хорошие. Надеть весь набор. О, дизраптор, шаунишка какой. О-ти-ти-ти-ти. Кстати, он похож теперь это, на человека из Звездных войн. Реально, смотрите. Но у нас еще есть денежки на сундучки. Поэтому, вот моя рекомендация. Лучше покупайте не такой сундук. Да, я так и думал изначально. Лучше покупайте такой. Гораздо интереснее. И огромный выбор. Так. А, я уже купил, подождите.
Ага. Все, смотрим, что у нас здесь есть. Опа. Тоже какой-нибудь сетик. Хоть бы раз выпала какая-нибудь случайная награда дополнительная, хоть бы раз в жизни. Тоже довольно интересные, красивые сеты. Здесь рарная, там выпал нам мистикал сет. Ну давай, братюня. На любого, я на любого героя буду рад. Опа! Опа! И фиг с маслом. И ничего не выпало, да? О, смотрите, это выпало, короче, это... редкая тема выпала. На Сайлансера. Ох, обожаю Сайлансера. О, какая красота. Сайлансер тоже великолепный герой. Я вчера, по-моему, или позавчера делал обзор обновлений. Я говорил, что у Сайлансера подняли удар с руки, там, вторым скиллом, по-моему. Короче говоря, который имеет дополнительный урон дает с руки. Поэтому его переделывают в кэрри. Очень красивый сет. Надо будет тоже делать летсплей на него. Давай, братюня. Принять. Принять. Отлично. И какой-то жетон еще выпал. А что это такое? О! В смысле? Я еще один сет могу получить, что ли? Смотрите, интересно. Или что это такое? Я не верю, что это сет. А, смотрите, реально, я могу. Этот жетон, который выпадает редко. А почему здесь Рики? Кинжал Рики? Ничего не понимаю. Ну-ка, подождите. Ну, давайте что-нибудь выберем. Какой-нибудь интересный сундучок. Мистика какой-нибудь. Где больше всего мистика? Вот это хороший сундук. Ну-ка, подождите. А я не знаю, я не верю, что сундук выпали. Да ладно. Ну, давайте. Да, смотрите, еще один халявый сундук. То есть, из-за того, что выпала монета, получили на халяву еще один сундучок. Мистикал. Ну, давайте посмотрим. О, какие красивые сетики. О, тю-тю-тю. Ну, то, что хук не выпадет, это я даже и не думаю. Он никогда в жизни мне не выпадет. Ну, давай. Ну, все, я считаю, что покупка просто великолепная. Отличные итемы выпали. Ох ты, набор легендарный. О, тё-тё-тё. Ну и что это такое у нас? А, Кунка. Да ладно, Кунка. Это же мой любимый герой, Кунка. Да вы чё гоните? Я так давно хотел на него меч. Ништяк. О, всё, короче, всё, я победил. Да вы видите это? Легендарный меч. Я играл с подругой, да, и недавно говорил, я так хочу меч на Кунку хороший, который меняет анимацию. Теперь он есть. Ну все, Кунка Кункович, халявный у нас сундучок, халявный сет на Кунку, легендарный. Вот такие вот пироги, великолепная покупка, отличный итем. Еще раз говорю, не покупайте за 170, это говно идея, лучше покупайте за 120. И все, вам какой-нибудь хороший сундучок выпадает. Изи-бризи, Кунка! Кунка, Кунка, Кунка. Все. Ой, Кунка, будем теперь наяривать. Все. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.